Прости меня, Господи, что я подумал, но слава Богу, что я тогда не сказал ему ничего, что ему надо куда идти. Я вернулся и стал в зал на свое место. Они начали молиться, я стал на колени, и я говорю: Господи, помоги, чтобы быстрее это все закончилось. И я сказал другу, что надо быстрее отсюда вытекать и идти в нормальную церковь. И молюсь, а у меня внутри голос. А это ты думаешь, у меня здесь нет? И я не знаю, у меня внутри такой голос был, я как расплакался. Я каялся. И я говорил: Господи, прости меня. Прости меня за то, что я подумал, за то, что я как-то по-своему по-человечески. И я покаялся. И я понял, что там есть Бог. Я с другом не разговаривал. Я понял, что он спасенный, Бог его слышит, что он дитя Божие. И он услышал его молитву и явил милость ко мне и спас меня. Но когда я оттуда вышел, там оказались на эту конференцию, приходили еще друзья с победителями. Они как меня увидели: о, Серега, ты верующий, давай к нам, у нас там круто. Я говорю: послушай, для меня вот это очень круто. А еще круче, для меня, боюсь, будет смерть. Поэтому вам вот так говорю, а мне говорю вот так. Поэтому у нас тоже есть харизматичные, слава Богу. Да благословит Господь тебя, родственник.